Так, в гостях долгожданные бихарские чаши. Эти чаши делаются из тех же металлов, что и фулмун. Тигровый глаз. Ну, у них другая геометрия. У них она чаша собрана наверху, да, но они достаточно тонкостенные. Есть похожие чаши с большими даже загибами, которые практически не звучат. Толстостенные. Здесь очень хорошая и шлифовка. Вот, глянец такой мне нравится. Но все-таки на звук он влияет, этот глянец. Ну и вот у них есть свое своеобразие, которое многим нравится. Итак, у нас в гостях чаши. Все они 18 сантиметров, немножко различаются по весу. Ну, и по номерам, разумеется, у нас уже тоже различаются. Было 4 чаши, одна сразу же продалась, потому что я говорю, уж тут. Вот, и интереснейшее. Но все-таки наблюдение, что нет пока спроса на непальские чаши, которые все-таки наивысшие по качеству. Ну, значит, люди просто ищут компромиссов. А может быть, действительно в одной стране. Вкус один, а в другой другой. Итак, чаши. Чаши.
Немножко они разные. А вот эта чаша, похоже, на не все любит, не все удары. Чуть-чуть у нее крошечный призвук какой-то есть. Сложный. Ну, то есть не посложнее оказалось работать. Я не могу сейчас дальше что-то утверждать. Это чаша 227-я. Вот, наверное, вот эти две мне очень понравились. И в частности, вот 228-я очень понравилась. Спасибо.